Дагестан потрясла новость. В республике родился ребенок, на теле которого проявляются строки из Корана. Экспертизу уже провели и медики, и священнослужители, но природу удивительного явления никто пока объяснить не может. Омар Магомедов навестил семью чудо-младенца. Сначала следы на коже младенца родители воспринимали как родимые пятна, потом как раздражение, послеродовые шрамы. Опасаясь за здоровье ребенка, молодая пара вызвала врачей скорой помощи, но медики только развели руками, сославшись на неизвестной науке заболевание кожи. С точки зрения медицины я не могу никак вам это объяснить. Только единственное, со слова матери это появляется с повышением температуры. По приглашению родственников семью Якубовых посетил местный священник, который и увидел в причудливых зигзагообразных следах арабское слово «Аллах», а позже молитвы, даже целые цитаты из Корана. Два дня назад на ноге 9-месячного Али выступила очередная надпись. Аллаху халику кулли шайин. Аллах – создатель всего сущего. Каково же было удивление священника, когда аналогичный текст молитвы он отыскал в священном Коране. В книгах написано, что ближе к концу света вот такие надписи, вот знамения, даже на теле человека тоже как будут появляться. Такие, значит, есть изречения в книгах, в исламских книгах. Сейчас домашний фотоальбом Якубовых переполнен снимками с необычными надписями. В виде вот таких следов арабская вязь чаще возникает на спине, на ногах, руках, чуть реже на животе и голове. Причем периодически один текст сменяет другой. В это время, отмечают врачи, температура младенца поднимается до 40 градусов. Для родителей это будто сигнал. Уже скоро на коже выступит очередная надпись. Держать невозможно на руках. Мы его улаживаем специально в люльку, он вот это тело вот так поднимает, кричит, плачет, до 40 температура. Очень сильно мучается ребенок. Всю ночь, в эту ночь, когда это появляется, он не спит. По просьбе Мадины лицо ребенка мы не показываем. Говорят, чтобы не сглазили. Если еще недавно о необычном ребенке знали только родители, соседи, да и местные медики, то с появлением арабской надписи, которую перевели дословно как «покажите мои знамения людям», весть о рождении чудо-младенца разлетелась на всю округу. Местные священники решили, что это послание, а потому мальчика нужно показывать людям. Теперь семья Якубовых только успевает принимать съемочные группы и раздавать интервью. И еще, Якубовы начали усердно молиться и стали глубоко верующими. Правда, в республике немало тех, кто все еще сомневается в божественном происхождении надписей. Омар Магомедов, Рамазан Рашидов, Абдулла Магомедов и Милана Магомедова. Пятый канал, Дагестан. Assalamu alaikum. May I have your attention, please? Throughout our lives, we the Muslim youth have been told that we should have fun when we're young and practice Islam when we get older. Allah will ask us on the Day of Judgment, what did you do? And we have no excuse. We the youth can change this world. We have Islam, we have the creativity, and we have the energy. If we do not work for Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will replace us with a generation that loves Him more than us, fears Him more than us, and who will bring back Islam into this world. The Sahabas were our ages, and they did it, and we can do it. And we can do it. And we can do it. Give your hands and join us with www.muslimfast.com.